Друзья, специально для подписчиков моего канала решил записать небольшое видео. Мы сейчас с Леной находимся в отеле Double Tree by Hilton. Напомню, что Hilton состоит из отеля и бизнес-центра. Мы приехали на презентацию нового жилого комплекса бизнес-класса, но я не об этом. У нас сейчас до презентации была встреча с Алексеем Корнауховым, управляющим комплекса. И мы поговорили о рынке офисной недвижимости, поговорили о бизнес-центрах класса А, поговорили о Хилтоне, как о бизнес-центре. И, ну, во-первых, я заметил то, что в отеле лобби выглядит совсем по-другому. Оказывается, в марте прошла реконструкция. И вот я сейчас покажу кадры, как выглядит лобби. И обновленная мебель, и напольное покрытие, и потолок, и много-много чего интересного появилось. А я затрагиваю эту тему, потому что последний, наверное, год я очень активно ругаю, ну, может быть, ругаю в кавычках, наши бизнес-центры, бизнес-центры класса, говоря о том, что они уже не соответствуют классу А, в лучшем случае классу B+. И сейчас мы, поговорив с Алексеем, услышали то, что помимо реконструкции лобби второго этажа были проведены работы по местам общего пользования по отелю, и сейчас начались работы по бизнес-центру. И все места общего пользования, холлы, коридоры будут обновлены и будут выглядеть немножко по-другому. Будут и дизайнерские штуки. Вот. А в прошлые годы были затронуты системы кондиционирования, вентиляции. Была реконструкция и котельная. Теперь зимой, ну, во-первых, кондиционирование работает круглогодично, и нет никаких сбоев даже в самые холодные морозы, самые сильные морозы, что, в принципе, очень уже позитивно. Вот, и хотелось быстренько записать такое небольшое видео для того, чтобы сказать, что все-таки управляющие компании в Новосибирске бизнес-центрами класса щепетильно подходят к своим детищам, к своей работе и понимают значимость проведения модернизации своих бизнес-центров и коммуникаций. И это очень хорошо. We'll be right back.